и тло в нашей местности, Алтай-Барнаул, в этом году пришло по крайней мере недели на две раньше обычного. Соответственно, раньше обычного пришлось и приступить к огородным работам на даче. Первый раз я туда съездил где-то 15 апреля, было еще очень сыро, но уже к 20 числу стало возможно уже начать первые огородные работы. Самое главное, самое первое, что я там сделал, это протрил весь участок, потому что почва после зимы, после схода снега начала трескаться, и влага начала очень быстро уходить. Поэтому рыхлением я сохранил влагу, и растениям будет дальше расти хорошо. Конечно, после осени остались некоторые растительные остатки, я их специально оставляю, не убираю, там, например, клещевину, еще там какие-то высокие растения, чтобы они задерживали снег. Я их убрал, часть убрал в компостный ящик, часть в костер, часть пойдут на дрова, как клещевина, например. Затем я убрал защиту яблонь от мышей. Я использую для этого капроновые колготки, им обматываю яблоньки на зиму. Вот я их открутил, и яблони теперь свободны, могут расти хорошо. Дальше. Мне потребовалось пересадить несколько кустиков клубники и дунь. Я решил ее сохранить. Это я и сделал. Кроме того, в этом году у меня намечаются небольшие строительные работы на месте, где рос многолетний лук. Вот эти многолетние луки, у меня их три сорта, я пересадил на новое место. Теперь они будут расти на просторе. Само собой потребовалось навести порядок в домике, в бане. И на этом в этот раз огородные работы закончились. Никаких посадок, никаких посевов я пока не делал, потому что еще рано, да и воды пока еще нет. У нас пока еще ее не подают. Начнут только где-то вот в ближайшее время. Тогда я буду сеять салат, шпинат, зелень, ну и многие другие вещи. Клубнику я тоже пока не открывал. Она у меня укрыта еще зимой хвоей, потому что есть большой риск возврата холодов с заморозками. И если ее открыть, она быстро пойдет в рост, и цветки попадут под мороз. Это очень плохо, можно потерять большую часть урожая. Ну, как бы то ни было, можно считать, что огородный сезон в этом году уже начался, начались первые работы. Надеюсь, и дальше все будет хорошо.